Анапские спортсменки снова доказали свое превосходство на ринге. На первенстве России по боксу среди юниорок, которое состоялось в Субцехе на территории базы отдыха «Спорт», приехали 350 сильнейших спортсменок из 53 регионов страны. По результатам соревнований золотую медаль завоевала Анастасия Каоль, а вот бронзовую – Алина Пушкарь. Девушки представляют спортивную школу Олимпийского резерва номер один и тренируются под руководством Марины Голубевой. Поздравляем спортсменок и их тренера с отличным результатом. Желаем новых ярких побед и достижений. А я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».